Доброе утро, дорогие друзья. Итак, несколько слов еще о главе Реэ, и даже тут тема, из которой мы уже поднимали, но углубимся в них. Итак, слова из этой недельной главы. Он будет давать тебе в долг, а ты ему не будешь. Есть история о человеке, который пришел к святому праведнику Магиду из Талны с просьбой. Он хочет расширить свой бизнес, ему нужен большой кредит в банке, он подал заявку в банковское учреждение, выдающее кредит в больших суммах, да, на хороших условиях. И вот он ждет этого результата, проверяют его предприятие, и он просит Раби благословения, чтобы кредит был одобрен и чтобы ему его выдали. Закончил он свою речь, тишина, праведник молчит. Он видит, что что-то, может, не понял, я знаю, там, человек. Он говорит: вы знаете, Раби, благословите, чтобы я получил кредит. Праведник видит, что намеков не понимает, и говорит: я всегда проявлял осторожность, чтобы не проклинать ни одного человека. Я даю только благословение. Он говорит: конечно, Раби, волновался, так я и прошу благословения. Нет, он говорит, ты хочешь проклятия, говорит ему раб. А я не проклинаю. Это написано прямым текстом. Он будет давать тебе в долг, а ты ему не будешь. Если ты хотел благословения, о нем говорится в Торе в другом месте. Ибо Бог всесильный благословит тебя, и будешь одалживать, а сам не будешь брать долг. Посетитель очень такой растерянный стоит, не может прийти в себя. Праведник ему утешающе так говорит, что смотри, если ты же хочешь благословения, напротив, попроси, чтобы оно снизошло на твой бизнес, чтобы ты сумел увеличить его, не влезая в долги. А кредиты – это проклятие из Торы, порабощение будущего ради настоящего. Смотрите, написано: раб, должник перед человеком одалживающим. И в своих письмах Хазон Иш, самый выдающийся за последнее время, там, столетие человек, дает список наставлений ученикам Ешивы, их всего 6, за то, что вырасти нормальным человеком, не заключен целый мир. Ключ к возвышению, успеху. И одно из наставлений написано: тщательно остерегаться, чтобы ни у кого не брать в долг. Почему он об этом говорил? Приближается день суда, Рош а Шана, когда каждому будет вынесен приговор. А что такое день расплаты? Это можно уподобить человеку, который взял кредит в банке, обязался сделать выплаты, оставил в залог свою квартиру, взятые в банке деньги израсходовал, да, а выплаты сделать не мог. Предупреждение игнорирует. Что остается? Приходится выгонять его из квартиры. И к кому он пойдет, этот бедный человек? Только к самому себе претензии. О чем здесь опять говорится? Человек, совершающий всякий грех, совершающий что-то, отрицательное, обычно желает, получить удовольствие, насладиться. Насладился. Пусть хотя бы выплачивает долг. Пусть пытается уравновешить чашу зла и добра. Если ты что-то натворил плохое, ты должен сделать побольше хорошего. Выплатить долг. Срок приближается. И уже шафар скоро, Рош а Шана. Посылают нам предупреждение. Уже сегодня нам говорят: за месяц до суда очнитесь. Если вы проигнорируете, начинают отнимать. Не дай Бог имущество или здоровье, или не дай Бог еще что-то. К кому вы пойдете к претензии? Это пример соответствует абсолютной реальности. Только с одним отличием у нас есть. Управляющий банком, вот наш наверху, он хочет, чтобы мы все сделали, списать нам хочет долг, ждет от нас что-то. И нельзя никого винить никогда в жизни, кроме себя. Надо во всем искать свое себя. Был такой хасид Мендель Футерфас. Он сидел в сталинском лагере за распространение еврейства. И однажды он увидел, как заключенные играют в карты. А тюремная администрация это запрещала. Вдруг в камеру вваливаются надзиратели, услышав шум игры, начинают искать карты. Опытные в таких делах там зэки, которые сидели, спрятали их. Надзиратель ушел. После ухода тюремщика Мендель спрашивает: а как вам удалось это спрятать? Он говорит: мы же опытные карманники. Как только он вошел, мы засунули карты ему в карман. Он обыскал камеру, свой карман же он не смотрит. Перед уходом я вытащил их назад. И он сделал для себя очень важный такой вывод. Прежде чем искать грехи у других, поищи их в собственном кармане. В Торе есть абсолютно все. Например, чаевые, я к примеру говорю. Очень с интересом я смотрел. Дают чаевые в Америке, начали, в Европе дают. Люди некоторым нравятся, некоторые не любят это давать. Одни там 19.80 проехали в такси, требуют. Но в Торе написано: давайте чаевые. Привожу пример. Пусть раб, там написано, когда пишет про раба, пусть он работает у тебя 6 лет, но на 7-й отпусти его, но не с пустыми руками. Дай ему дары из того, что благословил тебя Господь. То есть, причина этой заповеди какая? мы приобрели какое-то качество в нашей душе хорошее, там что-то сделали, да? Наше, или что-то, вообще любое применение. Наше величие, вот наш момент приподнятия над миром заключается в том, чтобы мы, как бы, как это сказать, любой человек, вот мы что-то поделиться надо чем-то поделиться. Все, что у тебя есть, ты должен хоть чем-то поделиться. Отдай кусочек маленький. А если человек на тебя работал, если человек внес твой успех, какой-то маленький там еще кирпичик, ты обязан с ним поделиться. Это урок для нас. И запомним последнее. Чем больше уверенность человека в Творце, тем больше Творец помогает ему. Брахава от слаха.